Всем привет, дорогие друзья, с вами Китсумарк, это Tenements. И чё тут завис? Всё нормально. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Китсумарк, это я продолжаю играть Doom 2 Hill & North и, Doom Remake 4. В предыдущей серии мы были, кстати, на уровнях из игры под названием Wolfenstein 3D, тоже от ID Software, которая создала, кстати, Wolfenstein 3D и Doom. Одинаковые компании. Как я сказал, подождите, две одинаковые компании. Компания, которая создала эти игры. Но сегодня, я не знаю, мы не попадем доходить до 20 уровня. Надеюсь. Они ж не такие уж большие. Тихо. А, в смысле? Какого хера? А кто-то есть, да? Да, есть. Я вижу вам. О, нормально. Так что я получил в итоге. 94 красный ключ, нормально. Есть. Не попадет он по бочке, надеюсь. Нет, фу. Нормально. Все равно шут не будет. Не то, чтоб нажать. Да, по-моему. Я вот вспоминаю, сейчас уровень где-то вот сейчас уже сложные чуть-чуть пошли. И нет, это есть. Опы, нахуй. Едь. Что вы делаете? Кто? Кто, блядь? А, это сзади, пидорас. Все, сейчас вот. И что? Сука, из-за него все, видите? Да-да-да, из-за него. Видите, как все стало легче. Или надо. Сдох? Сдох. Или нет? Тихо. Ебать ты, сука! Где? Тихо, иди. Я попал. О! Отлично. Раз, два, адресу. Иди. Просто тут нахуй, мне и так квыка хватило. Пузатая мамка, которая мне кидала. Поднимайте. Так, аптечки, ладно, хрен с ними. А где вообще? Я запутался, сначала что надо брать? Ключ желтый или ключ синий? С этим ремейком. Ты такой. Стоп. Давай. Да. Я перепутал. Ебу этот пидор надо, который руки так же отставит и огнем гуляет. Ладно, я понял. Материки назад. Ай, нет, не надо.
здесь как бы... Что-то я не пойму, а что не активируется-то? Совсем что ли? ПФГ сейчас. Ой. На, пизда какая-то. Надоело, если честно. Просто неожиданно раздражает, когда он так... А от него ты не убежишь или от нее? Что я сейчас сделал? Кто? Бесконечно. Если так... А, сейчас лабиринтики типа идут, все, я понял. Не, ладно, поднимаюсь, если не боюсь, давай. Все, все, лабиринтики, да, ну, типа, не лабиринтики. Заходишь сюда, потом это то открывается, потом то. Ага. И опять туда надо идти. Не по... А. Где-то пить туда надо идти. Нет, стоп. Здесь все, что открылось, вообще беспредельно. Нет, значит туда надо идти. Теперь это... О, бог мой. Жанна Ромеро или кто там? Вы действительно смехаетесь надо мной. Все. Как ты на нас переводится? Ладно, я буду переводить. Хочу. Такой переводчик за карте. О-о-о-о, вот эта вот музыка тоже прикольная. С переработки еще уже лучше, мне кажется. Сколько там противников, я не знаю. Тебе дали. Это пиздец как легко. Просто ищем все, что надо. И сохранимся. Как тебе 18 лет? Не важно, пускай там разбирается. Блин. О! А тут я не был. Секрет наш, это... Где на все теперь не секрет?
Привет. Тут я был. Ну как тут? Впереди смерти не отдали. 38 копеек. Никого нету почти. Опять же. Ладно. Недавно в бессмертии. Без секрет. Реально тянет на секрет. Раньше вообще такого не было, поверьте. На секреты никакие вообще не тянуло. Вот, отлично. Нет! Как они ходят, нет? Меня реально это забавляет. Ради чего это я делал? Не понял. А, вот он и ключ, -мо, я его ищу. А чё он там, блин? Везде синий хуй-то. Наконец-то пусть кем-то посоревнулись. Заскучал немножко. Куда ты? Экси все будет, да? Точно? Где там выход был, я видел. По-моему, сюда, да? Ага. Фух. Закрыть ярду. Ой, я немножко устал уже. Расслабляюсь так. Зентринг. Сколько там врагов? 103, о, много это. 19. Да, там тоже покоряемся. А может, подождите, можно... Может, можно как-то подогласить. Я не помню, сейчас смогу. Напомню, то что в ремейке можно перепрыгивать, это не считается чит-кодом. Ебать, нет, все. Нам придется искать это все чудо. Ладно, хорошо, тогда пойдемте. Посмотрим, что надо. Вы здесь вообще? Бля, кто это туда не был? А, да. А есть такой ремейк? Дикенький. Тихо, не летайте здесь. Ну нахуй. Всё. Что там? Оу?
Эйфория ощущается где-то в Google, а не в этом. Кому как? Лично. Так, а как мне подобраться туда? А. Ну, окей. Можно пройти, если честно, через эти. Сейчас попробую. Я же собрал уже эти ключи. Без этого можно. И так сойдет. Гочи. Блин, что такое гочи? Я не помню, как это переводится. А, пиздец, все. Понял. Готовьте свою жопу. Да. Тихо. Сейчас сохранишь. Фу, блин, ты почти как ты уменьшаешь, я не люблю его туда убить. Ты все? Киберземон, а то сильнее, блядь. На то пошло на... А, в смысле? Тебе не задело, Красный, блядь. Погонат. Реально не задело, 20 минут. Помню, что друг убежал, блядь, на слон, гочи. Так и мы все... Блядь, иди нахуй! Пизды. Сейчас ему так же, сейчас БФГ ему. Его убьют. А в смысле, ты чё не сдох? Иди ты нахуй. Пизду иди, блядь! Сука! Блин, мне
теоретически достроить. Вон там. Больше нигде. Я же забыл, если честно, что дом боевой первым. Где? Блять, нету книги. Нет. Да, все-таки. Что-то важное надеюсь. Зря я сюда пришел. Тихо, с этой жизни. Тихо. Ну, важно, что ты есть здесь. Да, спасибо. Все, скажи спасибо. Судя, тебе не добьет, кстати. Не, так не пройдет вообще. Мне не нравится такой расклад событий, нахер. Ладно, давайте найдем чего-нибудь. Шо нахуй? Да где ты заебал нахуй? Все, пизда тебе. За нами всем тоже. Ебаный. Летающий. Было написано это не сомневаюсь. О, куда я пошел? Где вот эти? Не могу нажать еще. Блять, иди нахуй! Ха, хуй тебе! Или хуй мне? А нет, все хуй. Все равно в крови как бы иду, и у меня тянется жизнь. Вопрос почему? Ну-ка тут что есть? Я же с доначил себе. Какое дело, не знаю. Я думаю, нам потому надо обшарпеться.
10 уровней. Ой. Идем. Куда меня несут, Блять, назад. Так, а тут что? О. Я тебя наконец увольняю. Блять, мне уже не нравится. Ебать, а ты откуда? Ты же не родил. Гошан чуть-чуть не вставил. Гошана прошли. Нирвана. Самого любимого группа. You are the corrupt head of city, surrounded by corpses of your enemies. Ты смотришь. Вы в коррумпированном сердце города, в окружении трупов ваших врагов. Вы не видите способ уничтожения на этой стороне, поэтому вы сжимаете зубы и погрузитесь через него. Должен быть способ закрыть его на другой стороне. А, ну то бишь, источник, да. Что ты заботишься, если вы должны пройти через ад, чтобы добраться до него? Здесь как-то неправильно, если честно, у меня перевозь. Что ты заботишься, если вы должны пройти через ад, чтобы добраться до него? О чем ты заботишься, если вы должны пройти через ад, чтобы добраться до него? Ну, собственно, мы в ад еще отправляемся. Так понял, да? Ну, ладно. Давайте, погнали. В общем, в этом месте мы не нашли его, собственно. И нужно дальше двигаться нам. Давай, О, привет, чувак. По-моему, один из моих любимых уровней. Не только по названию, конечно, нет. По музыке, блядь, охрененная музыка. Блин, обожаю, если честно, перегрузка такая идет, это вообще кайф. Демон фигурает, вот это вообще... Не хуже, чем музыка Меху Города на поверке. Стоп.
смерти можно взять. Не, ладно, не надо, блядь. Уже ради уважения. Как я тогда добрался? О! Я помню, все забрал, да? А все сейчас выход. Блять! Помогите, если ничего мне не выйдет. А, да все. Ну я в аду так понял. Катапомба, ну да. Сколько там противников-то бегает? Так мало. Я чё-то не верю. Это... Мне, чуваки, 21 противник. Пошёл нахуй, 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 нахуй! Ты ебанутый, блядь, кто? Сука! Это газ кончено. Не, ладно, не покажи. А нет, 21 все равно маловато. Я удивлен, если честно, таким количеством противников. Убивать. 20 рака. Да ладно, кому 23 будет. Так, а как туда попасть еще раз? Блять, кто? Вот, сука, у нас шок, блядь. У нас тоже стоит слово по-детскому, кстати, походу. Куда бей? Сюда? У меня ключ в бассейн не висит. Когда мне его запекут. Ай, сохранился, что ли? Два. А, это было, да? Черт. Куда идти? Есть какой-нибудь другой выход? А. Это я типа могу взять, ну, ладно. Сюда, сюда. Пизду, иди. Скребал, скребал, как?
как дальше? Не, что прикол? Там сейчас будет, собственно, а сколько там времени. Ладно, последний уровень. Дальше финальная серия будет. Сейчас будут бочки, собственно, и противники, да? Battle so far. Ну, как кажется, если честно. Сейчас посмотрим. Да-да-да-да-да. Я так и не хочу с тебя драться в жопу. Сколько там? 33? Блядь. Сначала тоже казалось, но затем показывал. Ой, я иди подходил. Чего? Ура, свет секрет нашел. Сейчас всех убьем почти. Дебилы! Я не знал, что они там есть на самом деле. Thank you.
Подбери эту сферу. Из этого надо сохранить-то всё-таки. А с одной стороны, да, уходит? Ты долбоёб ещё не сомневает, ну серьёзно. На этом все. Следующая серия будет финальная. Да пройду дом, буду ложиться спать. Пока еще нет, так я буду устал. Когда пройду, буду уже знать, что все закончено. Нет, ничего дальше, тогда расскажу свое мнение, собственно. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь, с вами был Никиаса Мурака, это Скачай новеллу, но я не вижу мою. И еще буду писать, наверное, да, вторую все-таки режиссерскую версию сделаю свою первую. Я обновлю свою первую все-таки. В хорошем виде. Ладно, удачи тебе. Музыка хорошая, потом послушаем.